Мы пришли на обед в кафе «Музей Солянка». Здесь все сделано в духе СССР. Это все можно потрогать. Алло, алло. Смотрели на проводе? Или кто еще там лучше? Кремль. Путь телефона. Ну и я в том числе. Душевное местечко. Женщинами. А мне просто блондинка больше понравилась. Нет, это лучше. Смотри, ноги какие. Лучше. А где мои ноги? Забудь. Пообедали в очень атмосферненьком кафе музея Солянка. Я даже с Элвисом Пресли пообниматься успела. Классно. Для этого стоит приехать в Томск.